Чему бы вы отдали предпочтение, гимнастика и массаж лица или уколы ботокса? Ну, учитывая мою ленность, наверное, ботокс. Хотя я боюсь, пипец, мне кажется, это больно ужасно. Фух. Ксюша, как стать энергичнее и быть более деятельным? Чем себя мотивируешь? У меня очень много задач. И для того, чтобы эти задачи выполнять, я просто не могу себе позволить такое, я раскисла, что-то все не так. Мне кажется, такой это внутренний стержень, и все идет вот от тела, скажем так. То есть, когда у вас есть режим дня какой-то, да, вы засыпаете, просыпаетесь в одно и то же время, вы там активничаете, вы гуляете, вы много двигаетесь, кровь хорошо циркулирует, вы вся такая бодренькая, вот как моя елка, светитесь, и все отлично, и вы тогда больше успеваете, вы более такой деятельный, проактивный человек. Когда вы любите просто лежать тюленем, ничего ниоткуда не возьмется. Скажите, пожалуйста, как перестать бояться делать что-то не так и не получить за это люлей? Вообще, боязнь получения люлей – это отлично, это инстинкт самосохранения. Никто не хочет получать люлей, и я не хочу. Но в какой-то момент ты понимаешь, что любую свою бредятину можно отстоять. То есть, неважно, что получается какая-то херь, главное, что я изначально стремился к этой хере просто. Может быть, вы просто такую какую-то фигню и запланировали изначально. Когда вы все время оглядываетесь на то, что говорят другие люди, подумают другие люди, осудят, не осудят, вы очень-очень себя сдерживаете, вы прям вот себя держите, как пружина. Это нехорошо, это нехорошо. Вы не попробуете что-то интересное, вы там не проэкспериментируете. А жизнь-то ваша, и жизнь проходит. Это такой риск, который, ну, он стоит того. Когда-нибудь давала в долг деньги друзьям или родственникам? Если да, то возвращали ли в оговоренные сроки? Я занимаю деньги тогда, когда, ну, вот мысленно я это не проговариваю вслух, но когда я готова реально с ними расстаться, то есть я понимаю, что без этих денег я проживу, на паперти не окажусь. Все. Да, мне обычно все возвращается в срок. Может, я выгляжу очень серьезно, но мне всегда деньги возвращались в срок. У меня нет истории жизни какой-то, когда там я выбивала свои деньги. Нету. Пока что. Какой возраст у детей самый интересный, на ваш взгляд? Любой. Всем нравятся разные дети. Моя мама любит младенцев, например. Она прям тащится, вот это все. А мне кажется, прикольно, когда уже ребенок с тобой разговаривает, когда что-то он там какие-то свои умозаключения. Мне кажется, это интересно. А кто-то говорит, да классно, когда ребенок уже прям с ним можно конструктор собирать. Ну, в смысле, когда это уже прям взрослый ребенок, и какие-то там в походы ходить, там, 8-10 лет. Вот это прикольно. Ну, я сейчас смотрю на свою дочь, и я понимаю, что каждый возраст какой-то невероятно крутой. Так что, ну, мне нравится любой возраст, наверное. Какие планы на 19-й год? Сказала, развиваться. Надо много развиваться. Что нравится больше, душ или ванна? Ой, у меня есть готовый ответ на этот вопрос. Если одна, то ванна. Если вдвоем, то душ. Блин, ну клевый же ответ. Что заставит тебя улыбаться в любом настроении? Какая-нибудь офигенная шутка. Я вообще достаточно легко переключаюсь. Есть песни, которые заставляют меня улыбаться. Бывает, что я там иду в плохом смурном настроении и смотрю, как там ребенок едет в коляске с мамой, и он такой укутанный, смешно, как такое просто звездочка, как Мэгги из Симпсонов. И что-то так это забавно. Ну, я нахожу чему порадоваться. Но вообще хорошие шутки. То есть я могу включить какой-нибудь выпуск «Пора разбираться», любой, и где-нибудь там угорнуть хорошенечко, настроение себе поднять. О чем нельзя рассказывать родителям, когда у тебя есть своя семья? Нельзя рассказывать о том, что у вас происходит в постели. Я считаю, не надо рассказывать о том, что у вас происходит в финансах. И нельзя жаловаться на своего супруга. Как бы ни хотелось, потому что я даже по себе замечаю, я обижаюсь на человека, допустим, там подружка мне что-нибудь расскажет про своего мужа, и я его уже прям ненавижу люто, вот просто,
А она вот, ну все, они помирились, у них все в семье хорошо, а я потом сижу у нее в гостях, у меня прям глаз дергается, ну, обидел мою девочку, собака сутулая, вот. Поэтому меня больше не зовут в гости. Не, на самом деле, ну вот, ну, не надо жаловаться, не, как бы то ни было, не выносите ссоры из избы. Другой момент, когда это реально уже абьюзивные отношения, издевательство, может, там, избиение и так далее, тогда нужно, конечно, звонить в колокола и просить помощи. Что думаешь про курсы макияж для себя? Советуешь их пройти или можно обойтись, например, самой, научившись краситься самой плюс YouTube? Значит, все зависит от вас. Все зависит от вас. Люди все разные. Кому-то визажист для себя помогает просто взлететь на другой уровень. А кому-то нужен ютубчик. Я не знаю, я не знаю. У всех все по-разному. Мне хватило в свое время ютуба. У меня мысли не было там идти на визажиста для себя. Не знаю, ну это же... Где мой второй тапок? Вот он. Я не знаю, какая вы, как вы воспринимаете информацию. Может, для вас YouTube вообще ни о чем. Ой, какой суперспособностью ты бы хотела обладать? Я знаю, что там много таких вопросов. Отвечу. Я бы хотела уметь телепортироваться в любую точку мира за секунду. Потому что порой бывает, там, опять-таки, там, подружка жалуется, у нее что-то плохо, и я думаю, что вот если вот я могла вот так вот и оказаться рядом, просто посидеть, пообнимать ее там некоторое время, чтобы вот это напряжение ушло, и вернуться к себе обратно домой. Вот это было бы круто. Ну, там, где-то помочь, где-то поддержать, где-то, не знаю. Но порой мне прям, вот, меня вот это расстояние, оно меня убивает. То есть 21 век, мать его за ногу. А там где-то человек, который во мне нуждается, или к которому я просто хочу, не обязательно во мне нуждаться, я просто хочу к этому человеку там приехать, и, ну, я не могу этого сделать, потому что дороги, шмороги и так далее. Мяукаешь в ответ кошке, а то постоянно это делаю. Я даже не то, что, ну, как бы мяукаю своей кошке там в ответ. Я могу просто начать первое мяукать, а она будет уже... Она будет мне отвечать, а не я ей. Мне кажется, супер тема 18-го года — это феминизм. Уж очень его стали обсуждать. Как думаешь, нужна ли это вообще вещь? И возможно ли донести до сознания людей, в том числе женщин, весь посыл? Да, возможно. Нужно разговаривать. Не все понимают. Нам же что транслируют по телевидению? О, радикальные феминистки там обливают, ну вы поняли, отбеливателем там в метро. Ой, красят волосы в подмышках там, и так далее. Феминистка — это значит какая-то чудовищная там женщина и так далее. Фу, ну почему так? Зачем нам создают вот это? Ну, как понятно зачем, образ врага, да, мы должны понимать. А история с харассментом, история с, там, когда женщины, которые публичные, которые журналистки, заявляют о том, что к ним приставал мужик, он их трогал, власть имущий мужик, то есть он считает вообще априори, что ему позволено больше остальных, что его все хотят из-за его денег, вот, и все над ними смеются, а нечего по думе ходить в коротких юбках. Фу, как дала бы, бляха-муха. Потому что так нельзя, так нельзя. У нас люди вообще, ну, не понимают. Пока мы обсуждаем вообще, жертва сама виновата. А что она хотела? А что, а зачем она красиво выглядела? Она что, не понимала, что ее изнасилуют? То есть пока у нас вот такое отношение... Ну, ничего хорошего не будет. Да, я считаю, можно донести. Знаете, с чего можно начать? Разговаривайте со своими подругами. У меня много было знакомых, которые говорят, какой ну, в смысле, а зачем феминизм? У нас в России нет проблем с притеснением прав. Я говорю, да? А ничего, что котенок, ты вот работаешь с, там, ну, неважно, с коллегой со своим, у него какая зарплата? Ну да, у него больше. А вы что, разную работу делаете? Одну и ту же. А должность у вас как? Вот должностная инструкция, что, как прописано? Одинаково. А почему он больше зарабатывает? Ну я не знаю. Да потому что. И так везде. И пока у нас вот это вот хмыканье будет, женщины, господи, раз в месяц просто женщина отключается, она не человек. Или еще что-то. Ну ничего хорошего не будет. Женщины, мне кажется, не до конца, которые против феминизма, не до конца осознают. Ой, эти дуры отстаивают мои права, вот они глупышки, да что ты говоришь, да что ты говоришь?
Тогда, ну, не знаю, уходи в тайгу, там, не знаю, занимайся только всю жизнь там беременностью, не по своей вообще воле и желанию, да, потому что как твой мужик сказал, так и будет. Ты своим телом, в принципе, не управляешь. Тебя будут драть тогда, когда хотят. Не ты хочешь. Тебя выдадут замуж, не пойми за кого, потому что, а при чем здесь твое желание вообще? Как выгодно дочь там пристроить, ну, выгодно для бизнеса, может, еще для чего. Так ее и пристроят. И вот пока женщины не понимают о том, что феминизм это не зло, это добро. Но, как и в любом течении, есть... Я же говорила, что я боюсь людей фанатиков. Вот в любом это есть течение, такие люди. Феминизм жизненно необходим. Ладно, все, сейчас злиться начинаю, прям на эту тему говорю. Кого хотела бы накрасить из селебрити? Лену Летучую. Я бы хотела сделать другой макияж. Не как обычно. Не вот эти губы, не вот эти брови. Я бы хотела, ну не смейтесь, пожалуйста, Волочкову бы попробовать накрасить. Не вот это то, что обычно, а другой макияж. Из таких вот, я даже не знаю, кого еще. Я просто не задумывалась об этом, честно. Какая книга тебя покорила и перевернула твои взгляды на жизнь? Стивен Кинг, Роза Марина. Ксюша, привет. Последнее время все больше блогеров переезжает в Москву. Есть ли мысли в будущем перебраться в Москву или в Питер, может, куда-нибудь еще? Нет, мне кажется, переезды в пределах этой страны бесполезны. То есть, если как-то качественно прям менять свою жизнь, мне кажется, надо куда-то. Но это мне так кажется, это мое личное мнение, никому ничего не навязываю. Заметила ли ты с уходом веса повышение либидо? О, да. Как решились на стрижку? Говорили же, что Илье длинные волосы нравятся, вот и не стрижетесь. У меня эта мысль зрела давным-давно. И, ну, хорошо, Илье нравятся длинные волосы. А вы знаете, что сейчас Илье нравится вот эта стрижка? И Илье нравится этот цвет волос. А если я захочу стать брюнеткой, то ему будет нравиться и это со временем. Главное, как это подано. Илье нравилось, потому что длинные волосы, это было очень женственно, я их там часто накручивала, эти локоны. Вот и все. Ему просто нравился образ в целом. И не делать с собой что-то исключительно из-за того, что там... Нет, мне нравится, нравится своему мужу. Это нормальное явление. Но я хочу и себе нравиться. И, наверное, вот это чуточку даже важнее. Да не чуточку, офигеть, как важнее. Как вышло, что финансовые вопросы в вашей семье решает Илья? Само? Не знаю. Изначально так договорились? Нет. Просто у Ильи в его семье так было принято, все финансовые вопросы решает папа. И мне всегда казалось так странно, как вот, а как? У нас такого не было. Ну, может, потому что у нас мужиков-то в семье нормальных не было вот так, да, чтобы там кто-то пришел и взял все в свои руки. И всегда бабоньки все тащили на себе. И оказывается, так клево не думать о деньгах. Ну, не то, что не думать, что я такая тут все, гуляй, рванина, да? Нет. Мне нравится не платить за коммуналку, там Илья этим всем занимается. Я даже не знаю, как это все там заполнять, что делать. Мне очень нравится. Вот серьезно, всем советую. Вы за равноправие в браке или патриархат-матриархат? Я за равноправие. Как считаете, надо ли визажисту овладевать смежными специальностями? Например, специалист по волосам и бровист. Смотрите. Все зависит от вас. Если вас не тошнит от волос, и вам волосы хоть бы чуточку интересно, беритесь. Вы будете очень нужным специалистом. Брови вообще в априори, мне кажется. Бровями нужно заниматься. Вы на бровях заработаете больше денег. Вот я на брови не училась, хотя зря. Может быть, кстати, надо поучиться на брови. И смотрите, вы на бровях заработаете больше денег. Брови делают все, ну, практически. Визаж делают по конкретному случаю. С бровями женщины ходят всегда. Есть смысл учиться на брови. Если вас не тошнит от волос, учитесь на волосы. Ну, вы будете просто... Ну, зачем двух специалистов приглашать, если можно вас позвать? Так что подумайте на эту тему. Если не нравится, занимайтесь тем, чем занимаетесь. Хотела бы, чтобы реально Дед Мороз существовал. Да, наверное, хотела, чтобы рейтинг был, знаете, типа, ну,
какой-то негласный, где-то он там был записан на госуслугах, и вы могли его отслеживать. То есть совершили какую-то каку, ну это ж волшебная у нас история, гипотетическая, совершили какую-то хрень, да, выкинули из окна машины мусор там на обочину, получи минус свой рейтинг. Это знаете, как в этом, да, Япония, да, или где социальный рейтинг, раз и упал. Сделал что-то хорошее, повел бабку через дорогу, которой вообще не надо было на ту сторону. Что? В ноль вышел, да, вроде как позитивный поступок, а вроде как он и нафиг никому был не нужен. И так далее. Вот если бы так было, то есть чтобы реально поступки засчитывались. И не в смысле поступки, которые кто-то запалил, да, там, а вот, ну, в волшебном таком вот мире такая карающая рука, которая приносила бы уголь половине страны вместо подарков. Какую песню пела бы в караоке всю ночь? Мельница об устройстве небесного свода. Что бы выбрала, мантию-невидимку или карту мародеров? Разумеется, мантию-невидимку. Мантия-невидимка — это что-то, что, ну, как бы воздействует исключительно на меня, и я там могу делать свои дела. Карта мародеров — это то, что, ну, при помощи чего можно следить за другими людьми. Да мне плевать на других людей. Не очень интересно. Кто куда пошел, какая мне разница. Любимое блюдо из детства. Пустышки. Я не ела мясо из пельменей, и для меня делали пустышки. Просто тесто слепляли, варили, я и ела со сметаной, как будто это пельмени. Но я не любила мясо. Хотела бы узнать свою всю родословную. Да, это дико интересно. Если бы был какой-то, знаете, фолиант, я бы его листала и смотрела. Причем куда-нибудь туда вообще, знаете, там, до нашей эры. Вот было бы круто. Ну, условно, конечно, но было бы круто. Ксюш, что есть смысл жизни и существования в целом? Пытаюсь вылезти из состояния апатии и нежелания ровным счетом ничего делать. Не вижу смысла вообще что-либо делать. Для чего все? Что думаешь насчет таких состояний? Обычно недостаток микроэлементов к такому приводит. Недостаток вообще позитива. Кушаете ли вы быстрые углеводы? Фрукты едите? Поливитамины попринимаете? Потом, если вы живете в Питере, например, то вообще неудивительно, что вас такие мысли посещают. Смысл существования в саморазвитии и принесении наименьшего вреда от своего существования. Я про пользу уже молчу, хотя бы не вреди остальным. И вы можете, ну, вообще вот состояние какое-то такое депрессивное, им же упиваешься прям. Я такой бедный, несчастный, все тлен, все тщетно. И в этом состоянии очень комфортно, оно окутывает как плед. И нужно из него вырываться. Вы тратите свои годы, свое самое активное время на вот это. Может быть, пойти к какому-нибудь специалисту. Я обещала не советовать никому идти к психологам. Я сама себе это пообещала, но, видите, не получается. Как мотивировать себя хорошо выглядеть каждый день? Мне нравится выглядеть хорошо, условно, каждый день, потому что я воспринимаю свое лицо как холст. Я могу нарисовать все, что угодно, по факту. Я могу сделать себя старше, я могу сделать себя сексуальнее, я могу сделать себя свежее, я могу сделать себя стервознее. Мне это нравится. Я как будто актриса, которая примеряет разные маски на себя. Но это же понтово. Плюс восторг других людей. Да, возможно, вы там в женском коллективе, вам никто ничего не скажет там, да? Но вы знаете, они каждое заметили ваши стрелки. Они каждое увидели ваш там какой-то хайлайтер на скуле и так далее. Можно для них хорошо выглядеть? Ну, лучше для себя, конечно, для чувства уверенности. Женщина при макияже, она всегда такая более... Ха, сейчас я вас всех победю одним изгибом брови. Хочу выучиться на визажиста. Расскажите, сколько было потрачено денег на обучение? Приносит ли вам эта профессия доход? Да, денег было потрачено, я не помню, сколько стоило обучение, что там порядка 50, наверное, тысяч, потом еще всякие курсы. Очень много денег уходит на сбор кейса визажиста, потому что вам работать надо начинать с чем-то. И я не рекомендую закупаться дешевкой какой-то, потому что это ваш статус, ваш уровень и вообще. Вот на это уходят деньги. А обучение — это уже все такое.
У меня косметика была всегда, и я уже знала, что мне докупать надо. И списки своих друзей тоже корректировала, кто там думал, что им нужно все на свете. Как утилизируете мусор? Пустые баночки и другое. Хотели бы сортировать мусор или уже делаете это? Да, я бы хотела. Мы с Ильей выкидываем батарейки в специально отведенные места. Что касается деления мусора там, на пластик, бумагу, стекло и так далее, у нас этого просто нет. Это не Москва-Сити, это Краснодарчик. Более того, был скандал, когда стояли в некоторых дворах Краснодара емкости с разными, ну вот, да, люди сортировали свои отходы, людям это нравилось. И в итоге приезжала машина, улыбнись чистому городу, брала, ну вот эту фигню и высыпала все в одну емкость. То есть люди сортировали, люди хотели делать хорошо. То есть мы не готовы. У нас вообще вопрос утилизации мусора в стране не то, что не решен. Вообще даже никто не пытался просуетиться, такое ощущение. У нас же, мы будем ждать, пока будет какой-нибудь трындец, наверное, не знаю. Трындец уже наступил. Если в планах и мечтах переехать жить в другую страну? Да. Если есть, то почему? По целому ряду причин. Но я бы хотела, но это так, знаете, я ничего для этого пока не делаю. То есть я просто хочу. Мне кажется, это было бы интересно. И вам было бы интересно. И контенту можно наснимать вообще невероятное количество. Расскажи, пожалуйста, о своем личном открытии 2018 года. Мысль, книга, новые убеждения. Так, к чему я пришла? Я пришла к феминизму. Ну так, условно, да, я приняла в себе это, скажем так. Я перестала считать феминизм ругательным словом. Я, если говорить о книгах, ну, наверное, никакая, вот честно, что прям меня пронзила насквозь, за 18-й год такой книги не было, наверное. Я как-то поняла, что я не понимаю людей, например, что я не умею правильно интерпретировать порой поведение людей. Я, ну, не через ту призму смотрю на людей. Да. Это меня удивило. Потому что я считала, что я прям гений в этом вопросе. Я поняла, что мне еще очень много нужно постигать. Я поняла, что нужно быть добрее, чуточку и мягче. Но я пока только поняла, пока я ничего не предпринимала в этом направлении. Считаешь ли ты, что женщине нужно быть немного хитрой лисой? Чуточку тайны и загадки, ну или изюма самую малость по отношению к мужу, или проще быть такой, какая есть? Наверное, нужно быть хитрой лисой, но я не умею. Ну вот, у меня нет в отношениях хитрости там. Если я что-то хочу, я говорю, блин, Илюх, я это хочу, ну что мне делать? Например. То есть я не буду хитрить, подкладывать какие-то подсказки, кидать какие-то хитрые фразы там, чтобы получить то, что я хочу. Я приду и возьму силой все, что мне нужно. Юмор важен в отношениях? Мы с мужем можем вспомнить старую шутку и ржать, как кони, полдня. О, это тоже про нас. У нас есть вообще там набор шуток, которые там вообще любую там ссору, недопонимание они просто купируют на корню, и все сразу ржут, всем очень весело. Кто или что вас вдохновляет на частую смену образов? Частую смену, мне кажется, я вообще не часто меняю образы. Ну, спасибо. Или это какие-то внутренние изменения, которые находят выход и внешне? Да. На самом деле, я все время за то, чтобы приводить в соответствие внутреннее и внешнее. Когда я себя чувствую вот так, у меня вот там такие волосы, такой макияж. Когда я вот так, вот сейчас, допустим, мне постоянно хочется красных губ. Но вот сегодня я понимаю, утро, я снимаю сколько там на часах. Ну, короче, утро. Я понимаю, что, ну, сейчас бы это выглядело странно. Плюс я сижу, блин, в футболке в пижаме. У меня, кстати, сейчас новогодняя пижама. Вот. Какой смысл? Ну, нужно соответствовать, да, еще и там месту, где ты это снимаешь. Но тем не менее, мне вот хочется сейчас постоянно красные губы. Мне хочется чуть более такой образ острый, чтобы получался. Не знаю. А потом захочется нежнятины. И это нормально. Я пытаюсь соотносить внутреннее и внешнее. Как относишься к тому, что многие за рулем ругаются матом? Сама ругаешься? Господи, я и без руля так ругаюсь матом, вы бы с ума сошли.
Я матом разговариваю вообще, когда особенно я злюсь. Жесть. Или когда я очень рада. Тоже бывает. С кем из известных людей тебе интересно было бы пообщаться за чашечкой чая? Стивен Кинг, разумеется. Татьяна Толстая. Я ее боюсь, конечно, ужасно, но я бы с ней поговорила. С кем бы я еще поговорила? С Таней Стариковой, она мне очень нравится. Я бы с ней пообщалась. Я бы в баре попила бы пиво с ребятами из стендап-клуба номер один. Просто посмотреть, как они общаются вот в неформальной обстановке. Мне кажется, у них очень весело. В каком городе на юге России ты бы хотела жить на ПМЖ? Если не Краснодар, то какой? Никакой. Кроме Краснодара никакого. Если вы думали, я скажу Сочи, не скажу. Я боюсь климата сочинского, ужасно. Я боюсь этих там то наводнений, то заснежило. Новороссийск — это бара, это там... Блин, ветры эти жуткие, Геленджик страшно, вообще все Черноморское побережье, вообще жуткая история мне рассказали, я ее не помнила. Или не надо, да, у нас все-таки новогодние посиделки. Ну, короче, ладно. Был какой-то год, Илюха мой был маленький, еще это Илюшины родители рассказывали, когда люди поставили палатки возле там моря, и сверху, короче, там что-то дожди шли, что-то, не помню, что случилось. Короче, часть пляжа просто смыло в море. И люди там умерли, там огромное количество людей погибло. И это вот у нас случилось. Это не цунами где-то там в Японии, да? Это у нас. И меня это пугает. Ну, я боюсь климата на побережье. Все, что касается маленьких городов, я, ну, не хотела бы жить. Краснодар, только Краснодар. Дай, пожалуйста, совет по поводу отношений с начальством. Я уже на второй работе подряд имею одну и ту же проблему. Так как я очень активна и ответственна, постоянно выполняю всю свою работу и беру на себя дополнительную. Помогаю всем и всегда, совмещаю в себе несколько должностей. Хреново, простите, так быть не должно. Я от этого не страдаю, чувствую себя счастливой. Это очень плохо. Да, с работы ухожу со спокойной душой, с чувством выполненного долга. Коллеги в один голос говорят, что мне нужно повысить зарплату и так далее. Не могу сама сказать начальству, с прошлой работы ушла, потому что конкретно сели на шею. Мне кажется, такие люди неисправимы, как вы. Это такой, знаете, синдром отличницы. Вы молодец, вы готовы, вот как я раньше, за грамоту, за просто доброе слово от начальства, там, сворачивать горы. В какой-то момент ты понимаешь, что люди пользуются твоими ресурсами. А это действительно, ну вот, пользуются. И приложи ты эту же энергию в другой компании, ты бы зарабатывала там, может, как топ-менеджеры. А ты вот здесь. И у тебя вариант быть хорошей, и тебя гладят по голове и говорят, блин, ты такая незаменимая, вот бы тебе зарплату побольше. Либо реально зарабатывать, выполнять там тот же объем работы, для тебя несложный. Это наша проблема. Это, знаете, остатки вот этого советского наследия. Я такая же, моя мама такая же. И это очень плохо. Вы бы могли зарабатывать огромные деньги. Да. И то, что это повторяется из раза в раз, не факт, что не повторится в третий, в четвертый, в пятый. Вам не нужно одобрение этих людей. Угу. Вам нужно научиться говорить самое страшное слово на свете. Нет. Просто нет. Почему? Потому что. Почему не хочу это делать? Не входит в мои должностные обязанности. А еще классная фраза. Мне за это не платят. Все. Она снимает миллион вопросов. Помочь не могу. Не могу. Ухожу на бачату. Ухожу в бассейн, да? Мы это уже сегодня обсуждали. Ну что-то такое. Мне очень жалко, когда люди с, ну, потенциалом таким и энергией не получают должного. Мне кажется, что это обидненько немножко. Про 19-й год рассказала, про планы. Ксения, чувствуете ли вы повышенное внимание противоположного пола к своей персоне после похудения и смены имиджа? Сначала не чувствовала. Сначала мне казалось, что вокруг все стали просто очень вежливыми. А потом я такая, так вот оно как. Но я это не воспринимаю так, что прям. Ну, мне кажется, так и должно быть. Все люди должны быть вот такими. Но вообще, да, чувствую. Ответ на ваш вопрос, да.